Друзья, всем привет! Находимся мы в Sunny Islands. Я обещал вам этот ролик, обещал вам рассказать и показать, где живут русские во Флориде, в Майами, да? И мы находимся в Sunny Islands Beach. И как-то в одной из трансляций я упоминал, что Sunny Islands очень похож на Бутово, на юго-западную Москвы. Вот как раз из-за этих самых домов, которые вы видите перед собой. Но новая застройка, однако, пытается быть более концептуальной и хай-тековской. И мы поворачиваем и видим новые дома, небоскребы, которые построили совсем недавно, и вы можете наблюдать, да, там даже стройка идет, продолжается, не все квартиры построены. Но изначально это были вот такие вот стандартные какие-то дома, чем-то похожие даже на Бутово, юго-западную Москвы. И что хотелось бы сказать, конечно, здесь живут не только русские, здесь живут преимущественно латино, как и во всей Флориде. Однако американцам коренным, что черным, что белым, эрия Sunny Islands не нужна совершенно. Здесь в основном только латино и русские. Если в Саус-Биче, например, в даунтауне Майами, Форте Лодердейле есть американцы коренные, то здесь их нет. Ну вот впереди нас, пожалуйста, появились русские. То есть не успели мы выйти из дома. И вот, пожалуйста, мы уже на них натыкаемся. А это та самая стройка, про которую я вам рассказывал. Вот вы видите, что эти небоскребы, они совсем молодые, недавно их построили. Какие здесь главные минусы? То, что эта эрия с каждым годом становится все дороже, как и Майами в целом. Вот тоже идет нам навстречу русская девчонка. То есть нигде в Америке вы так не столкнетесь, что вы не успели выйти, идете и навстречу вам огромное количество русских. Ну, на Брайтон-Бич не столкнетесь. Ну да, Брайтон-Бич, вот Sunny Islands, West Голливуд. Но особенно меня бесят здесь цены не то, что на жилье, а супер завышенные цены в магазинах и в ресторанах. Притом качество здесь хуже еды и продуктов, чем в целом по Америке. Да, нас спрашивали про цены, как там с ценами. Вот, собственно, мы много где бывали, путешествуем и можем сравнивать. Если вы хотите экономить, это вообще не то место. Да, то есть цены, они даже выше, там, допустим, чем по Америке, потому что считается, что океан, курортная зона все-таки. И, кстати, вот видите автобус напротив. Регулярные автобусы здесь ездят и до Майами-Бич, и до Майами-Даунтаун. То есть здесь очень хорошо развит общественный транспорт. Хотя в нем вы обязательно попадете в пробку, но в нее вы попадете и на своей машине, на Uber в том числе. Еще один минус современной территории Майами, вот этой вот, Майами-Дейд Каунти, это огромные пробки. Да, и чем отличается, допустим, Sunny Islands от известного Miami Beach Art Deco District? Тем, что вы видите, да, здесь огромные здания хай-тековского вида, которые только-только сейчас уже появились. Вот видите, недостроенные этажи там, и скоро это все достроят. А в Miami Beach, естественно, это Art Deco стиль, специфический, как бы историческое место. Что-то типа пятиэтаж. Да. Посмотрите, вот наши русские люди с русскими детьми. Кстати. Вот детская площадка, правда, фронтальное солнце. Я не знаю, засвет будет, не будет. Вот. Ну, вам пример, где же вот русские, где они воспитывают детей. Все здесь, вот прям все рядышком. В общем, место неплохое для жизни, если выбирать там, допустим, Флориду. Единственное, что вы должны осознавать, что вы будете работать на туризм. Потому что какой-то мощной экономической составляющей Флорида не имеет. Либо вы вообще не будете работать, а только тратить. И в чем еще фикус зарплаты в округе? Низкие, ниже, чем в среднем по США. Цены же, особенно в магазинах, повторюсь,
более высокие, чем в целом по США. И, соответственно, мой личный вывод, нафиг вообще это надо. Друзья, перед вами магазин, матрешка называется. Вот в этой эре и располагаются русские рестораны, магазины, вот где практически вы все можете купить, там, начиная от творога и заканчивая гречкой. То есть вот как это все выглядит. И когда вы сюда приходите вечером, во всех этих ресторанах, магазинах, в основном здесь закупают, все покупают, сидят русские люди. Ну, а напротив тоже здесь вот же есть русский магазин русских книжек. Если вы соскучились по русским книгам на бумаге, то здесь тоже это можно купить. Вот, и все это вперемешку. Здесь же есть китайские магазины вперемешку с русскими. Вот. А еще обратите внимание, что здесь все вперемешку с машинами. Вот мы про Хьюстон что-то подобное говорили, но она и Флорида, как большая парковка возле океана. Да, ну в принципе, как бы это типично для Америки, что-то какие-то такие одноэтажные магазины. Ну вот видите, написано Russian Books. Да. Какие цены в русском магазине, сколько он стоит пиво в русском магазине во Флориде. Вот как это все выглядит, все товары. Можно найти такие же, как в России, даже есть синтуки, вы видите, $2 бутылка из синтуку. Вот, и самое интересное, что здесь есть же, допустим, вот квас очаковский, $3. И самое интересное, что здесь есть даже вино Хванчкара, сок, я $5. Это вот прайсы в русском магазине. Кефир $3. В общем, сравнивая с русскими магазинами на Брайтон-Бич и в Эс-Голливуде Лос-Анджелеса, в Майами они самые дорогие. Да, вот Киндмараули. Ну, я не пью такое вино, но слышал такое еще с советских времен. Видите, по $18 оно здесь стоит. Балтика $3. В общем, друзья, все вы здесь можете купить. Душа монаха $14. Будучи во Флориде в районе Sunny Islands Beach. Много советов по поводу Sunny Islands Beach. Вот вы видите пирс, до него там на пляже просто курочки клюнуть негде. И поэтому, если вы хотите пляж посвободнее, переходите через этот пирс. Основное количество людей он каким-то образом задерживает. Потом, значит, если вы купаете здесь ночью, летом это приятно, хорошо, вода все равно теплая и погода теплая. Но по ночам здесь кусаются какие-то морские пиявки. Ну да, притом это не медузы, а что-то другое. Не сильно, но ощутимо. Ну а вы можете наблюдать пляж, как он выглядит. Что такое пляж Sunny Islands Beach. И, соответственно, чем ближе к пирсу, тем больше людей, а за ним столпотворение просто. Вот мы подошли к пирсу, и вы видите, насколько много людей там с другой стороны. Это, конечно, ничем не объяснимо, но, конечно, там шезлонги стоят или еще что-то, я не знаю. Но буквально в 3 минутах от пирса нет людей. Спокойный, свободный пляж. А переходишь за пирс, вот сейчас мы с вами перейдем, и я вам покажу, как это все выглядит. А здесь уже вот так. Вот почувствуйте разницу. И еще раз хочу напомнить вам, что это август. Это считается не сезон в Майами. Вот видите?
буквально прошли под пирсом 3 минуты. И вот что мы наблюдаем, столпотворение. Так что те, кто считает, что в Майами там, допустим, есть сезон, не сезон, нет, друзья, уже нет такого понятия сезон, не сезон. Люди сюда прилетают в любое время. Для тех, кто не помнит наши прошлые рассказы о Флориде, напомним, что зимой здесь не особо купабельно, хотя это считается high season, потому что наиболее теплое в США место зимой, но океан будет холодным. Теплый океан только летом. Ну и вот вблизи вам вода, как она выглядит. Безумно красиво. А это то, что вас будет ожидать, соседи латиносы. 2 часа ночи. Слышите испанский язык? А это телевидение Майами. Never need.